Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Что-то делать. Надо ехать обыскать. Куда ехать? Я разговаривал с Петровичем, но его нет нигде. Ни в ментовках, ни в больницах, ни в моргах, слава богу. Вернется. Господи, только бы с ним ничего не случилось. Да ничего с ним не случится. Ну что, первый раз, что ли? Почему у него телефон недоступен? Разрядился. А может? Не может, Тань. Сейчас тебе нужно успокоиться. Разбаловали его в конец. Поэтому и нервы делает. Явился. Сыночек, господи, живой. Ты цел? Ты где был? Ты в порядке, а? Все нормально. У тебя совесть есть? Доброе утро. Доброе утро. Вы что, не спите? Действительно, что мы не спим? 5 часов утра, а мы не спим. Ты где был? Неважно. Ему неважно, понимаешь? Ему плевать, на всех плевать. Лёва, ты почему не позвонил? Мобилка села. Почему ты нас не предупредил? Мы же волнуемся. Мы тебя искали, ты что, не понимаешь? Ну зачем? Я взрослый. Взрослый? Слышь, взрослый, умник. Иди тогда работай, квартиру себе сам снимай, взрослый. Жрать себе готовь, стирай. Миша. Хорошо. Чё хорошо? Чё хорошо? Найду работу, сниму квартиру. Как скажете. Папа не то имел в виду. Он имел в виду, что мы тебя любим и волнуемся, львенок! Не называйте меня так. Вы ничего не понимаете. Вы оба. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Игоревич, сотрудники уже собрались и ждут вас в первой переговорной. Передайте, что будет через 5 минут. А корреспонденция уже на столе у вас. Вам куда? До города подбросишь. Сколько? Не обижу. Садитесь. Нужно было еще попробовать. Самим, я не знаю, да. Знаешь, мы 5 лет с тобой пробовали. Сколько анализов этих сдавали? Процедуры эти жуткие.
прекрасно помнишь, когда мы последний раз говорили с доктором, он четко сказал, что ты... Это ты, Тань. Это ты помешалась на ребенке. Это ты меня таскала по этим врачам. Потом по шарлатанам. Потом травки эти. Анючие. Если бы я не согласился на усыновление, ты меня доконала этими травками. Вот как? Значит, ты просто согласился? Ну а как? Ты же мне выбора не оставила. И надо было самое главное выбрать самого неуправляемого. Миша, Лёва хороший ребенок, он прекрасный мальчик. Просто сейчас у него пубертат. Они все в этом возрасте сложные. Все? Все. Тебе напомнить, как он на 8 марта 40 коробок мимозы купил? Украл деньги, которые мы с тобой на отпуск откладывали. Он не украл. Ну, он одолжил. Просто хотел себе заработать на новый компьютер. Где он сейчас? Где он по ночам шляется? Может, он до криминала докатился? Миша, прекрати. Ты хотела сказать, не каркай, да? Мы больше не контролируем ситуацию, мы не справляемся. Я тебе всегда говорил, чужие гены. Тут все, что угодно может вылезти. Вот, вылезло. Ты серьезно? Абсолютно. Кто его родится? Может, они уголовники какие-то? Если он в 15 лет такое творит, что дальше? Он мой сын. Он твой сын. На бумажке. Тань, ты куда? Здрасте. Здрасте. Добрый день. А вы по какому вопросу? Чё? А, по главному. Мне в депозитарий. У нас электронная очередь. Возьмите талончик. Где? Там. И чё? Как тут выбрать? Кнопок нет. Чё стоим тупим, девушка? Мне в ячейку надо. Ну, вот жмем. Частные лица. Депозитарий. Угу. Вот номер вашей очереди. Благодарю. Наличные или карта? Карта. Ничего себе. Это ты так оплатила? Ну, да. Спасибо, оплата прошла. Угу. Спасибо. А покажи мне. Ага. Пин-код от кредитки не сообщить? Сучка. Ну, Имра. Номер Е26. Подойдите к третьему окну. Угу. До последней резинки в трусах. Привет. Привет, день такой хороший. А ты что, одна, что ли? Что там у нас сегодня? Как всегда, под завязку. Лид, ну я же просила. Ну ты что, опять сегодня без обеда? Ну что я могу? Все хотят себе красивые, здоровые зубы от хорошего специалиста. Не выгонять же мне их. А ты вот поговорила бы с начальством. Может, тебе премию выпишут. Которую потрачу на лечение гастрита. Ну, насчет гастрита я ничего не могу сказать. А вот зубы тебе точно вылечат бесплатно, Миша. Кстати, а где он? Поругались. Скоро будет.
серьезно или по мелочам? Да Лёва учудил. Пропал куда-то на всю ночь. Явился только под утро. Наверное, Мишка рвет и мечет. Но у ребенка переходной возраст. Миша мог бы это понимать. И как-то подход к нему искать, а не скандалить. Сама понимаешь. Чужая кровь, чужой ребенок. Лида, Лев мой сын. При чем здесь кровь? Мы его растим, мы его любим. Лёва наш сын, и все, и точка. Ну все, не переживай так, помиритесь. А знаешь что? Приезжайте ко мне на дачу завтра. Мне кажется, вам нужно сменить обстановку, развеяться. Ну, там, глядишь, все само собой решится. Очень сомневаюсь. Нужно попробовать. А я такой стол накрою, пальчики оближешь. Ну, ладно, я подумаю. Все кости мне перемыло. Вообще, ты мог сказать мне спасибо. Мне кажется, удалось ее успокоить. Спасибо. Тебе кофе сделать? Делай. И вообще, если вдруг соберешься детей заводить, еще раз подумай. Да я еще пока не решила, хочу ли. Ну, правильно. Зачем тебе это надо? Молодая, красивая. Не спишь еще. Спасибо за совет. Спасибо за кофе. Хорошего дня. И тебя. Лид, сделаешь мне кофе? Я тебе не бариста. Сам сделаешь. Чипцы. Не эти контурные. В следующий раз четче ставьте задачу, Михаил Владимирович. Приму к сведению, Татьяна Сергеевна. Ледок? Я тут в таком удивительном приложении зарегистрировалась. Смотри-ка. Глянь. Вот тут фотография, вот тут анкетка, а дальше чудо. Опа. Нравится. Опа. Отказать. Прям как я на мясном рынке себе вырезку выбираю. Какая ты приземленная, Лидка. Ну это же чудо. Посмотри, весь мир у наших ног. Посмотри, сколько кандидатур. И за короткое время. Это же все для нас, для молодых, работающих, занятых. Сейчас я тебя зарегистрирую. Нет, спасибо, не надо, я на диете. А личную жизнь свою ты планируешь? Или тоже на диете? Галь, знаешь что? Отстань. Мне уже нравится один мужчина, и он не виртуальный. Ванок, расскажи Галочке подробно. Общаемся мы с ним по-дружески. Он как на женщину на меня внимания не обращает пока. А ты? Жду. Лида, ты хочешь быть счастливой? Будь. Подойди к нему и объяснись. Да ну тебя! Стой, страдай! Добрый день. Вы что-то хотели? Да, номер шикарный есть у тебя такой. Вам, наверное, подойдет президентский люкс. Оттуда открывается потрясающий вид на город. Да, скоро мне многое подойдет. Пока не загоняйся, что-нибудь попроще. Как скажете, просто люкс. Супер. Позвольте обратить ваше внимание, в нашем отеле есть прекрасный спа-центр и салон красоты. Это ты на мой внешний вид намекаешь? Ну что вы, просто информирую о возможностях. Хочу, чтобы ваше пребывание у нас было максимально приятным. Угу. Пожалуйста, ваш номер 507. Четвертый отряд.
Кошмар приснился? Да, типа того. Вы слишком напряжены. Я могу посоветовать вам комплекс расслабляющих процедур. Пилинг, аромамассаж, шоколадное обертывание. Просто сейчас запись, нужно будет немножко подождать. Подождите, у кого есть на это время. А мне здесь сейчас будь добра. Я по ожиданию свою отработала. Кабинка душевая в корзину не влезает. Ну, вы не переживайте, мы все исправим. Это баги, мы их ловить будем. У вас, главное, по дизайну и функционалу все устраивает? Фон серый меня не устраивает. Я не знаю, какой-то он... Серый? Ну да. Так, хорошо, на какой меняем? На голубой. И на нем буквы золотые. Золотыми читаться плохо будет? Ну, а кто это читать будет? И так все понятно. Унитаз, раковина, душ. Кто не прочитает, тот по картинкам догадается. Хорошо, сделаем. Так, ну смотрите, мы первый этап закончили, за него рассчитаться надо. Это я вижу шустрый. Вот все доделаете, тогда и деньги получите. Ну, мы так не договаривались. Так. Я аванс заплатил? Заплатил. За скорость добавить обещал? Обещал. Быстрее сделаете, быстрее получите. Это твой девиз должен быть, понял? О чем речь? Хорошо. И двери закрой за собой. Можете обратиться в прокуратуру. Ну, послушайте, пожалуйста, я правда спешу. Я опаздываю на встречу с комитетом по установлению. Это очень важно для меня, и сюда опаздывать не надо. Это не повод убивать людей. Я же не... До встречи в суде. Это что за день такой сегодня? Анастасия Леонтьевна. Мири-мири, навсегда. Кто поссорится, свинья. Если будешь драться, я буду кусаться. Миша. Симпатичная девчонка. Мы справимся. Поэтому я думаю, что и все можно. Рано или поздно он повзрослеет, поймет, как мы его любим. Угомонится. Сомневаюсь, я что-то. Ух ты. Ну, давай сходим к психологу. К какому психологу? Ну, говорили, есть один хороший в клинике. Миш, ну, вспомни, как мы его увидели первый раз в детдоме. Он брел по коридору, такой маленький, худеющий, волосы взъерошены. Ты к нему подошел, подсел, говоришь, мальчик, как тебя зовут? Он такой, львенок. Не ребенок, а ангел был. Угу. Он тебя первым признал. У футбола играли, он назвал тебя папой. Помнишь? Сейчас он меня Миша называет, а тебя Таня. Но я не обижаюсь. И ты не поддавайся на провокации. 11 часов уже. Где он ходит? Я ему только что звонила. Он сказал, что скоро будет. Таня, почему ты ему звонишь, а не он тебе? Мишка, ну, пожалуйста, не будь булкой. Ну, все образуется. Ну, хватит. Сына? Привет. Ты голодный? У нас вот лапша есть, а еще я отбивные сделала, твои любимые. Хочешь? Не, спасибо, я не голодный. А где ты был? С пацанами в приставку рубились. Сынок, мы завтра решили с папой съездить на дачу к тете Лиде. Пойдешь с нами? Не, не хочу. Ну как? Ну ты один останешься? Изи, я же взрослый. Поняла? Взрослый он. Он взрослый. Кровавая Мэри.
Молодой человек, а можно воспользоваться вашим пальцем? Что? Да я не из полиции, просто нужен ваш отпечаток. Класс, с ума сойти. Спасибо. А что у вас за приложение? Я по геолокации смотрю, кто бы мог составить мне компанию. А без локации никак? В смысле? Коромысли. Ты берешь мне еще один коктейль, и мы идем в мой номер. Как тебе такая идея? Еще один коктейль. Чё стоим? Заходим, не тушуемся. Круто. А ты вообще кем работаешь? Сегодня работаешь ты, малыш. Так что иди сюда. Мы же торт забыли. Ну, бог с ним, Тань. Ну как, в гости с пустыми руками? Нехорошо. Я сейчас вернусь. Возвращаться — плохая примета. В зеркало посмотри. Ага. Ага. Малыш, помоги найти адрес. Давай. Говори адрес. Что, прям в телефон? Да. Яровая, 11. Оптимальный маршрут построен. До точки назначения 4,9 километра. Я активировал приложение. Теперь можешь у телефона спрашивать все, что хочешь. Прям все, что хочу. Какая сегодня погода? -5 по Цельсию. Возможен кратковременный снег. Крутая штука. Приятно слышать ваш комплимент. Дура! Дура. В металлургии чушка. Слиток металла, чугуна либо ферросплавов. Ну да, ты мне будешь о слитках рассказывать. Давай, пока. А у тебя телефончик не ахти, я смотрю. Ну, на новый пока не заработал. Заработал. Ты ж крутой любовник. Держи. А ладно. А ты как? Ну, ничего, я долго выбирала между цветами, не смогла определиться и взяла себе... Он, два телефончика. Опа. Какая ляля, правда? И я тебе туда тоже приложение установлю. Но попозже. Давай. Нравится? Крутая. 500 лошадей. Прокатиться хочешь? Да ладно. Серьезно? Смертная. А чем вообще по жизни интересуешься? Бизнесом. И что, в 15 лет можно намутить? Откуда вы знаете, что мне 15? Догадалась. Так чем занимаешься? Ну, сайт делаю. Компьютер рубишь? Ну, организовать процесс умею. Нанял айтишников, жирный заказ нашел. Получу с этого деньги и вложусь в новый проект. И в какой? Кальянную хочу открыть. Молодец. Класс. Так, давай направо поворачивай. И дай газку. Не жалей тачку.
Ну, ты весь, мать, огонь. Каждый день как последний. Простите, я не хотел. Да не переживай за тачку. Она арендная. Страховка, все дела. Скажу, я за рулем была. У меня скоро будут деньги, и я попрошу родителей, мы как-то комментируем. Какие родители? Ты меня слышишь? Я твоя родная мать. Огурчики, помидорчики маринованные, все из теплицы. Так. Ой, подождите, да. Голубцы. Сядь, не суетись, давай выпьем. Ну, пока горячие. Миш, ну зачем ты столько мерлил? Ну, растянешь что-то. А мне нормально. Ну, Лидусь, за тебя. Я не понимаю, как ты все успеваешь. И работа, и дача, и огурчики, и помидорчики. Просто много свободного времени. Нет, просто у тебя руки золотые. Да, Миш? Повезет твоему будущему мужу. О. Меня обвинили в убийстве твоего отца, хотя я этого не делала. Меня подставили. И я на 12 лет села в тюрьму. А тебя отдали в детдом. Ты это помнишь? Помню, только сижу за столом с Таней, она ставит торт и говорит, теперь ты Кравчук Лев Михайлович. А твоя настоящая фамилия Гаврилов. Как вы меня нашли? Сделала предложение директору детдома, от которого он не смог отказаться. И что теперь будет? Чего от меня хотите? Венок, я о тебе каждый день думала. Просто позволь мне быть в твоей жизни. Пожалуйста. Между небом и этой землей, ангел мой, некуда деться безнадежно. Влюбленное сердце, влюбленное сердце. А ты знаешь, у нас в универе Мишка был самым видным парнем. Да он и сейчас хорош. А Танька вообще не отлипала от учебников. Я уж думал сдаться. Вот он подумал, как так, у нее же самые красивые на курсе ноги. Да, Тань. А ты в школу ходила? А тебя что, в школу вызывали? Давайте не будем. Таня, а что ты скрываешь от меня? Миш, ну перестань, ну вечер такой хороший. Давай, помнишь, на втором курсе мы пели? Это, Тань, я тебе вообще-то вопрос задал. Ну хорошо, вызывали меня в школу. Хотели сказать, что если все так дальше пойдет, то у Левы могут быть проблемы с экзаменами, и он их не сдаст. Прекрасно, докатились. Но это все не точно. Он может пересдать все контрольные по математике. И многое зависит от годовой палки. Тань, ты понимаешь, что ты до этого довела? Потому что не надо было мне постоянно говорить, что не ругайся на Леву, не кричи на него, он хороший, он сам справится. Ну а что я должна была сделать? Выпороть его надо было, как меня отец порол. Да? Да! А напомни мне, сколько лет ты с отцом своим не разговариваешь? 15 или больше? Детдом с нашим раздолбаем только справится, по-моему. Так. Так давай его вернем, а? Как собачку. Скажем, ну простите, граждане, мы поигрались, нам не подошел. Слушай, Тань, не неси чушь, а! Ну, пожалуйста, Тань, что ты такое говоришь? Миша хотел сказать не это. Он хотел сказать, что... Что? Что там, когда детдомовскую школу заканчиваешь, льготы есть и на образование, на квартиру, если на очередь станет. Ты понимаешь, да, о чем нормальные люди думают? У нас просто Таня считает, что наш Эйнштейн, он сам в институт поступит, понимаешь? Ну, все, хватит. Я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Фух, наверное, я зря про Леву сказала. Да ладно, Лид, слушай, это извечная история. Выпьешь?
Выпью. Самое крутое место в городе, говоришь? Ну да, только нас не пустят. Сегодня вход только по приглашению. Ну, это мы посмотрим. Доброй ночи. Ваша фамилия? Сиплый, ты что ли? Вероника Васильевна. Ну, привет. А ты что, перебазировался? Решил швейцаром стать? Платят неплохо, а работы другой нет. Время сейчас такое. Я часто Мирона Матвеевича вспоминаю. А это наш с ним сын. Смотри, как вырос. На отца похож. Да. Слушай, мы тут решили культурно отдохнуть. Пропустишь? Конечно, проходите. Спасибо. Приятного отдыха. Ты кого это отпустил? Это вдова Мирона. Гонишь. Я у них 5 лет работал. Думаешь, не узнаю? Давай сюда. Что пить будешь? Ну, сок, наверное. Не гони, давай хоть пиво. Какое пиво? Мне не продадут, я несовершеннолетний. Я тебя прошу. А можно кровавую Мэри и пиво? А можно увидеть паспорт молодого человека? Похож? Одно лицо. Слушай, сфоткай нас. Спасибо. Ох. Не знаешь, что я на нее наорал опять, а? Только ж помирились. Просто нервы сдали. Столько лет жить напряжение. Кто же выдержит? Да, Лиза, ты в курсе вообще, что это она из-за меня все? Это ж я не могу. Танька-то все может, мы столько лет пытались. Потом Левку усыновили. А тут опять косяк. Я же справиться-то с пацаном не могу. Перестань. Ты потрясающий мужчина. Ой. Добрый, веселый, красивый. Я о таком даже мечтать не смею. Сейчас серьезно? Абсолютно. Что-то я лед нажрался, по-моему. Пойду спать. Спасибо тебе. Оп! Что-то там! Давай я тебе помогу. Че, нормально? Это я сильно, я так. Идем. Стоим. Стоишь? Стоим. Шарма тоже стоит, отлично. О. Прости меня. Мишка, прости. Ничего. Я больше ждать не могу, прости. Ничего себе. Ну, подожди. Все хорошо? Что мы наделали? Ты просто сделал меня счастливой. Извини, пожалуйста. Смотри, там в ванной ничего не забыли?
Вроде ничего. Ну хорошо, вон вещи я собрала, бери. Пойдем. Доброе утро. Доброе. Лид, ну, спасибо тебе за прекрасные выходные. Мы уж поедем. А вы разве не позавтракаете? Прости, куча дел в городе. Пока. Ну, у меня уже все готово. Миш, ты, кстати, сырники с чем любишь? Со сметаной или с вареньем? Я чуть не хочу, мы спешим, Лид. Пока. Приезжайте еще. Ага. Обязательно. Ничего себе поворот. И сколько она в тюрьме отмотала? 12 лет. 12 лет. Слушай, слал бы ты ее нафиг. Зачем тебе мать уголовница? Она веселая, чё? Да, уж как хочешь-то. Ты не знаешь, как от двух предков отбиться, а у тебя их уже трое нарисовалось. Реально попадалово. Давай не сравнивай. Ну, она крутая, реально. Она, если надо, можешь любого на место поставить. Можешь матом ты первое число покрыть. Ну и вообще она на Таню с Мишей абсолютно не похожа. Кстати, она мне ноут новый купила. Прибабле, что ли? Ну, типа. Я ей спорткар новый разбил. Она мне даже ни слова не сказала. О, смотри. Балетная наша пошла. Она, во-первых, не балетная, а во-вторых, она контепом занимается. Ты что, fall in love, что ли? Да ладно. Че, серьезно, бро? Свали. Да ну, Лев, ну я ж по дружбе. Марша, Михаил Иванович, племянник. Там старик упал, за сердце держится, хрипит. Помогите ему. Коля, за мной. Проходите, девушка, проходите. Вы почитать мне пришли? Ну, к вам я чуть позже зайду. Вы не подскажете, в какой палате Анна Георгиевна будет колледж? А, так в конце коридора, в вип-палате. Благодарю. Пожалуйста. А у вас тут миленько. Здравствуйте, Анна Георгиевна. Здравствуйте. А вы кто? Мы знакомы? Я новенькая. Пришла вот почитать вам. Какой чудесный день сегодня. Только что сын ушел, а теперь вот вы. Сын? Заботится о вас? Да. Он навещает меня 3 раза в неделю. Но если бы не сердце, он бы вообще не отпускал от себя. Но тут же постоянный уход, вы сами понимаете. Как замечательно, что сын вас любит. Такие, как он, большая редкость. Да, деточка, я сама не нарадуюсь. А что вы будете читать? А вы угадайте. Итак,
27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. И ты пришел тебе сказать, что... что не должен был так поступать, что... что я люблю Таню. Я виноват. Что там еще? Все это было ошибкой. Мишка, Лид, я знаю, что ты придешь. Не лучше ноги на курсе. У меня тоже ноги. Ну, при чем здесь ноги? При чем здесь ноги? Я ее люблю. У нас семья. Семья? Там, где тебя пилят каждый день. Ну, конечно же, она для тебя подвиг совершила. От материнства отказалась. Но это не подвиг. Я для своего любимого мужчины еще больше бы сделал. Все, Лида, все. Выпей успокоительное, ложись спать. Успокоительное. Да, это выход. Да только что ты делаешь? Не смей. Не смей. Девятый класс. Нужно подготовиться к тестовому экзамену. Ну да, мы готовы заниматься 3 раза в неделю. Хорошо, а можно уточнить по цене? Так дорого. Нет-нет, мы согласны. Да, хорошо. Завтра в 5. Угу, до свидания. Лёвушка, привет. Привет. А у меня для тебя отличная новость. Какая? Я нашла тебе репетитора по математике. Зачем? Как зачем? Я же сказала, я все сам сдам. Ага. Ты нам говоришь, сам сдам с сентября. И что? В общем, нам нужен репетитор, и это не обсуждается. Так что давай, садись, я буду кормить. Где Миша? Пошел в спортзал записываться, представляешь? Кризис среднего возраста? Ну ничего, спустит там пар, это хорошо. И вообще, физические нагрузки – это очень полезно. Помогает избавиться от стресса. А стресс — это я, да? Ну вот почему сразу ты? У твоего папы очень ответственная и трудная работа. Держи. Очень ответственная и трудная работа стоматолога. Откройте рот, а на ночь выпейте таблеточку. Твой отец прекрасный специалист, отличный врач. К нему запись на 3 месяца вперед. Тань, я нашел свою настоящую мать. Что? Она приходила ко мне вчера вечером. Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын. Встретимся в аду, Анна Георгиевна.